С 1 марта в Таразе начался двухмесячный по благоустройству и санитарной очистке территории города. В рамках данной массовой акции планируется вплоть до конца апреля проведение субботников. В ходе субботников будут очищаться от прошлогоднего мусора арыки, канавы и прилегающие к зданиям территории. Одновременно будут проводиться работы по озеленению. В парках, скверах вдоль улиц и на других участках будут высаживаться различные виды деревьев, в том числе многолетние, декоративные и фруктовые. Объявлен нашим городским акимом двухмесячник по благоустройству и наведению красоты в нашем городе. Почему я так говорю? Потому что нам наш город красивый, и он лучше становится с каждым днем. Поэтому и мы, пенсионеры, подключились к наведению порядка в нашем городе. Около 30 активных молодых людей приняло участие в данном мероприятии. Я считаю, что каждый житель должен принимать участие в субботнике, ведь чисто не там, где убирают, а там, где не сорят. Живу в массиве телецентр. Вышли на первый субботник, очищаем двор и арыки от мусора. Жителями сажаем деревья. Долг каждого жителя Тараза – способствовать этому делу, создавать благоприятные условия для проживания. Таким образом, совместными усилиями украсим наш город. Валихан Талгатов, Даурен Докдырбай, Галымжан Есенбаев, Айкын Акпарат.